большой привет! С вами Наталиха, и у нас сегодня распаковка Свалберес, вторая часть. Если вы посмотрели первую часть моего видео, первую часть моей распаковки Валберес, вы уже знаете, какие образы у меня получились в том видео на весну. Сейчас я буду делать распаковку также образы на весну 2023 года. Как я говорила в первой части распаковки, я ходила образы в Pinterest, в Instagram, видела, как девочки одеваются, стиль, образы и так далее, и вдохновлялась ими. Хочу просто воссоздать эти образы, посмотреть с другими моими вещами, классические, которые подойдут не на один год, я так думаю. Так что погнали! Итак, первый мой товар с данной распаковки. Это... Так, как открывается? Это жилетка. Я у многих видела какие-то образы именно с жилеткой, как будто бы в этом году очень популярна именно эта вот жилетка. И я увидела ее и просто влюбилась. Она очень красивая, стильная, классическая, то есть базовый. Я думаю, ее можно отнести к базовому гардеробу. Итак, что нам пишут? Жилет, цвет белый, страна Турция, состав шерсти акрил. Не терпится уже примерить, посмотреть. Я думаю, можно и с джинсами, и с брюками. То есть будет очень здорово смотреться. Не знаю, как будет с юбкой. Я как будто бы не вижу ее с юбкой. Ну, посмотрим, тоже примерим. Увидим, это все будет в конце этого ролика. Как это все смотрится на мне, выглядит. И удалось ли мне создать эти образы. Жилетка, в общем, мне очень нравится. Классная. Мягко, но чувствуется, как будто бы вот будет электролизовываться, как будто бы такая синтетика и присутствует. В общем, вот такая вот жилетка. Супер, как по мне кажется, модно. Я просто буду весной моднючая. Итак, следующий товар это у нас боди. Какое оно красивое. Так как я у многих тоже видела образ зебры, я решила, что я тоже хочу быть в стиле зебры и заказала вот такое боди. Очень красивое. С этой фирмы. У меня две распаковки, если назад, я тоже заказывала для танцев с этой фирмы Body, просто чудесные. Мне очень нравится, не устану повторять. У них и качество, вот по материалу очень классно. И по цене, в принципе, хорошо, я бы не сказала, что очень дорого. Ой, интересно, какая я буду зебра. У меня, кстати, есть серьги с дизайном зебра. Так... Только вот такое ощущение, что она или не она. Так, надо будет перепроверить, потому что как будто бы что-то не то. Как будто бы там рисунок прям зебра-зебра такой был, а тут какой-то другой как будто бы. Ну ладно. Итак, что нам пишут? Боди-блузка женская. Состав 95% вискозы, 5% эластан. Цвет зебра. Угу. Ой, шикардос, конечно. Посмотрим, как это будет выглядеть на мне. Нам уже вот выползает. О. По уходу есть инструкция. Ручная стирка, 30 градусов, даже написано пилинг, катышки, катышками называют свободные ворсинки или шарики из волокна ткани, которые образуются на поверхности материала,
причины их возникновения, трение поверхности полотна или абразивное воздействие более грубых поверхностей, а также кондиционеры для белья или соседей по стирке. Угу. То есть, прям есть инструкция, описание и так далее. Это же тоже жилетка, но она уже такая оверсайз, удлиненная. Вот вы увидите в конце этого ролика, с чем я хочу ее сочетать. Жилет карамель, рисунок гусиная лапка. Единый размер от 42 до 50. Так, больше ничего не написано. Спасибо за заказ. Получается, все, из чего состоит. А из чего состоит? Непонятно. Но по материалу мне больше нравится вот этот вот жилет, чем мне жилет. Это как будто бы вот прям синтетика такая, а этот более такой, не будет электролизовываться. То есть он прям такой качественный. Но из чего состоит, непонятно. Такой вот жилет. Я его планирую сочетать с платьем. Ну, в общем, вы увидите, вот что у меня есть в голове. Посмотреть. Блин, уже все не терпится примерить, посмотреть. Ай. Я прям довольна покупкой. Кроме вот с первой части. Вот посмотрите, что у нас там в первой части. Распаковка. Итак, пошли дальше. Последний товар с данной распаковки. Это лонгслив. Состав 95% хлопок, 5% лайкра. Размер S, цвет шоколадный. Я так понимаю, что сейчас, в данном периоде, очень модная расцветка в стиле тельняшки. И я, когда увидела эту кофту, это просто вообще, что это любовь с первого взгляда, реально. Я обожаю шоколадный цвет, коричневый. Просто это любовь. По материалу это просто вообще сказка. Это будет настолько приятно к телу, вы просто даже не представляете. Просто супер. Я уже представляю, как я буду вносить это вот с чем. Просто это любовь. Вот бывают такие штуки, вот не знаю, напишите в комментариях, есть ли у вас любовь к определенной вещи, которые вы носите и носите, вот готовы их носить каждый день, круглый год. То есть у меня есть такие вещи, которые я прям, ну, не хочу снимать, они постоянно на мне, потому что они настолько удобны, настолько тебе комфортно в них находиться. То есть я прям люблю. А если сейчас у меня еще и получится образы, которые вот я представляла, то это будет просто вообще сказка. Ой, прям так и хочется вот завернуться в эту кофточку. Просто здорово. Красота. Ну что, начинаем примерку. Итак, образы на весну, часть вторая, с нашей распаковки Wildberries. Первым делом хочу примерить вот такую классную кофту в очень модной на данный момент расцветке. Зебра. Какая зебра? Кофта лонгслив. Очень по качеству классная. Вот можно приблизить, посмотреть. Какая она классная, хорошая. Так, надевать, не знаю, заправлять. Делать. Так, просто супер кофта, мне она очень нравится, мягкая, вот одна из моих любимых вещей на данный момент. Итак, сейчас я хочу составить полный образ, это ботильоны. Кто?
который мне опять Хавроня погрызла. Не могу, вот, ну, что-то типа такого. И добавим нашу замечательную. Вот наш первый весенний образ готов. Итак, образ номер 2. Это замечательный жакет, жилет, как хотите, так и назовите. Просто мега базовая, как по мне, вещь, потому что его можно сочетать и с юбкой, и с брюками, и с джинсами, и с каблуками, и без каблуков. В общем, суперская вещь. Мне она очень нравится. Давно уже хотела себе жилет, но не могла никак себе прикупить. И вот нашла. Так. Заправить. А, сейчас не могу заправить, но вот. Также в сочетании с косухой. Жилет, я думаю, такой больше синтетика и будет электролизоваться, скорее всего, но... Давай. Итак, образ номер 3 с этим замечательным боди от Море Мио. Просто вообще любовь. Я как зеброчка, да? Просто очень классно. Мне кажется, с этим боди можно и сочетать и джинсы, и также брюки, а вот юбка, к примеру. Но мне... юбка и боди не очень нравятся, я вам честно скажу. Но если мы добавим небольшой акцентник, акцент, в виде такого ремешка, то образ уже смотрится гармонично. И что еще можно сказать? И очень красиво. Да? Угу. Образ номер 3. На весну
просто и на выход, и хоть куда, и не знаю, в общем, стильно, модно, очень молодежно. Стильный образ получился, как мне кажется. Мне даже кажется, что с этими, если вот надеть эти сапоги, тоже будет очень здорово смотреться, да? А давайте попробуем. По щелчку. Чудеса. Итак, вот мы составили. Мне кажется, с этими сапогами намного лучше смотрится. Прям такой, как будто бы полноценный образ. Интересный. Опа. У нас сейчас будет заключительный образ, а я так понимаю, третий. И он для меня будет самым, мне кажется, любимым, если все сложится, если все получится. Вот увидеть мои картинки, так сказать, фантазии, очень мне нравится. В общем, хочу с нетерпением показать его для вас. Итак, наш заключительный образ, мой, как по мне, самый любимый. Сапоги с первой части распаковки. Последний жилет, который я купила специально, чтобы носить с юбками, с платьем. К примеру, мое платье-рубашка белое. Как мне кажется, образ получился довольно-таки такой прям стилевый. Как вы считаете, напишите в комментариях. Как тебе, Рома? Да, стильно. Угу, стиль. Красиво. Как вы заметили, мы поменяли локацию. Сейчас сделаем фотосессию вот на этом фоне. Итак, наша распаковка подошла к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталиха. И всем пока!